Как нужен Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог, не знающим Его, никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете и среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног, Бог нужен в море, когда там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и ты заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе больше нет. Соломинкой той кажется кому-то Бог, когда земля уходит из-под ног. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собрано об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал. И кто-то очень страшно, очень грозно свое неверье здесь на земле пожал. Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас очень любит. Но есть долготерпению предел, и шанс свой, упустив себя, погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Так хочется, чтобы к Богу приходили не потому, что грянула беда, потому что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. Так хочется, чтобы все могли осмыслить, прочувствовать, познать, как нужен Бог, как милости Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Слава Богу!